Это Эрти сегодня. Эрочка, посмотри на меня, детка. Это моя красавичка. Мы уже виляем хвостиком. Мы сейчас капаемся. Капаемся мы сейчас уже 2 раза в день. Но капаем каждый день. Малышка уже с утра покушала. Сейчас прокапаемся немножечко, и потом вечером перед сном еще раз. 2-й раз мы капаемся где-то в 1 ночи. В принципе, девочка, пока я не хочу сказать, что у нас что-то сверхъестественное. Девочка в том же состоянии. Есть улучшения небольшие, но небольшие. Она еще сама не встает. Но она ползает, по всей комнате ползает. Вот она сейчас написает, и она уползет в другой конец комнаты. То есть она в туалет выползает, она не ходит под себя. Да, девочка, видите, мы поднимаем голову, мы смотрим по сторонам. Да, солнышко мое? Зяка, иди сюда. Иди, моя маленькая. Вот такая морда у нас красивая. Такая девчонка у нас хорошая. Мамина девочка. Моя. Скелетик мой. Ну, все у нас будет хорошо. Все у нас будет хорошо, детка. Вот такая у нас малышка. Сейчас мы капаемся, потом все будет хорошо. Водичка у нее стоит постоянно. Корм она кушает кусками. Ей надо ложить кусочек, тогда она кушает. Поэтому ничего сюда не ложим, только когда кормим. С руки пока кормим, ничего, понемножечку. Еще нам врач сегодня прописал говяжью печень сырую. Порекомендовал, вернее. Так что сейчас поедем на рынок, купим еще печеночку говяжью. И посмотрим, как она будет кушать. Если будет кушать, я сниму это на видео. Прошу прощения, друзья, у меня очень болит горло. Так что вот такое у нас на сегодня видео. Вот такой у нас маленький видеоотчет. Эйра, красавица!